На турецком популярном курорте Анталия сгорели 4 гостиницы. Туристам пришлось в спешном порядке покинуть зону отдыха. В округе бушует сильнейший лесной пожар. Дотла сгорели 125 гектаров леса. Уничтожен также ресторан и магазин сувениров. По данным полицейских, загорелся лес из-за костров, которые разводят туристы, отдыхающие в палатках. Быстрому распространению пламени способствовал сильный ветер и жара. Огонь тушит около 300 пожарных. Местные жители и туристы эвакуированы.